Колбасно-пельменный передос. Блять, сразу могу сказать, что колбаса и пельмени — это гениальное изобретение. Я невероятно обожаю и колбасу, и пельмени. Но, к сожалению, колбаса в большинстве своем пизданически вредная, калорийная, жирная и отвратительная. А колбаса, которая не вредная, стоит, ну как не вредная, не так сильно, стоит космических бабок, блять. Так что, да, доступно далеко не многим. Ну, а пельмени — это просто охуенно. Пельмени, блядь, это прям вот пиздец. Жареные пельмени, сочные, которые с мазиком или с кетчупом. Бля, пельмени просто охуеть. Бля, пельмени купишь или пожарить. Вот, короче, колбасно-пельменный передоз, реклама дичи 2000-х. О, сундука! Рекламная дичь. Опять косят под тинейджеры и рассказывают про свои джанк-фуды, подумали вы, а вот и нет, я уже взрослый русский мужик, и теперь я буду рассказывать про мясо, про колбасу и про пельмени. Хотя, блин, это же, по сути, все та же вредная хавка, зачастую непонятно, с чего сделанная. Ладно, мясная продукция всегда была крайне востребована, а потому и конкуренция в полуфабрикатном бизнесе просто огромна. И неважно, делаешь ты продукт из настоящего качественного мяса или из туалетной бумаги. Чтобы заставить покупателя выбрать именно твою марку, зачастую приходится просто из кожи вон лезть. Зартикс, ну да, ну да. Однажды мы обязательно встретимся. Ты полюбишь меня с первого взгляда. И, конечно, мы сразу будем вместе. Ты дотронешься до меня своими тонкими пальчиками. И мы сольемся с тобой в одно целое. Ты... Женщина, которая любит сосиску или батон колбасы, который, ну, похож, блядь. Я вот только не знаю, она в конце... У кого-нибудь есть фул? Она села на нее или съела? Я просто не знаю. Такая красивая и современная. И я. Колбаска. Ты такая красивая и современная. И я. От мясной империи. Колбаска от мясной империи, блядь. Озвучка тоже, конечно, гениальная. Как сосиски. Итак, знаю, у вас, скорее всего, уже много вопросов. Нет, это не Супер Мидбой в кино. Это колбасный человек. И да, он тот еще романтик. Ему откусили ушко уже на первом свидании. Все это выглядит максимально проклято. И чем больше вы будете пытаться осознать детали сюжета, тем вашему мозгу будет лишь больнее. Так что не будем зацикливаться на том факте, что девушка втюрилась буквально в огромную ходячую сардельку. Хотя Фрейд бы на этот счет явно высказался. Лучше зацените, как у этого колбасера регенерируют съеденные части тела. Чел офигенно бы вписался в третий фильм про Венома. Вообще, если подложить под этот ролик немного другую по настроению музыку, то получится натуральный хоррор. Однажды мы обязательно встретимся. Ты полюбишь меня с первого взгляда. Ты дотронешься до меня своими тонкими пальчиками. И мы сольемся с тобой в одно целое. Ты такая красивая и современная. И я. Колбаска от мясной империи. Колбасный человек, блядь. Не, ну колбаска от мясной империи. Рекламные персонажи из переработанного фарша — это всегда как-то неправильно. Не знаю, по-моему, прикольно, хотя, блядь, наверное, нет. Особенно, когда их, они будут приготовлены, будет выглядеть так себе. Но садистов-пиарщиков это никогда не останавливало. Обнинский колбасный завод! В чем секрет вашего успеха? Главное — происхождение. Обнинский колбасный завод. Главное — хорошее происхождение. Ребята, свинья голубых кровей, блядь, или как это сказать, блядь, я не знаю, это... Сука. Или что это, курица, кто, что это? Что это просто? Я не понимаю, что это, блядь. Это что, какая-то расовая теория? Глядя на эту графику, у меня много вопросов к тому, где раньше подрабатывал старина Дов. Или его батя. Шага. И вам понравилось. Это, наверное, продолжение клипа «Глюкозы про швайны» уже после мясорубки. Тут целый мир, состоящий исключительно из мясных продуктов. Жители и то, что они едят, земля, дома, машины, армия — все это сраная колбаса. Соседи знали, в квартире Владимира происходит что-то нехорошее. Бля, погодите, то есть он, по сути, ест, ну, типа, тех... Бля, погоди. Когда он ест колбасу, получается, он одновременно ест и людей... Ну, которые в этом мире живут, блядь. Получается, он ест и людей,
Я ем людей. И землю, и дом. Блять, он поглощает, по сути, вселенную. А, бля, кстати, это философское. А я что говорю? Ешь колбаски от останки, блядь. Да, это как-то философски. Он поглощает все и ничего одновременно. Хозяин превратил ее в подпольный мясоперерабатывающий цех. Только когда Владимир в пьяной драке убил и съел мужчину, его сообщница Ирина не выдержала и пришла в милицию. Возможно, именно после таких реклам люди и становятся вегетарианцами. Ну или наоборот. Маленький обжирафик жил в вегетариане и питался бананами. Он был таким маленьким, что любой мог его обидеть. И пришлось обжирафику уйти прочь. Брел он, брел и прибрел в Месландию, страну, где на солнце зрели сосиски, которые так пахли и были такими вкусными и такими полезными, что обжирафик быстро превратился в большого и сильного жирафа, которого уже никто не смел обижать. Обжирафик – сильно вкусные сосиски для детей и для их близких. Жирафик – людоед, блять, ну, чтобы понимали. Представьте только жирафа, который бегает, сука, и жрет нахуй животных, у него вся пасть в крови, блять, и он такой, суки, блять. Пошли нахуй со своими бананами, блядь, выблядки. То есть травоядный жираф подвергся травле, превратился от безысходности в хищника и решил как следует накормить своих обидчиков? Чтобы их тоже потом сожрать. Блядь, да-да-да. Ну, так-то все правильно сделал. Правда, если эти сосиски реально растут на дереве, боюсь, мясом в них и не пахнет. Ролик предсказал Beyond Meat. Сосиски. Сачки. У обжирафика, кажись, сосиска встала поперек горла. Вот откуда у его длинной шеи ноги растут. Растишка бывает клубничным, абрикосовым, черничным. Ой. Жопа. Герой был своеобразным сосисочным ответом растишки. Кто жует, тот растет. А кто обжирается, тот растет еще и в ширину. Производители, кажется, пытались стебать веганов, но... Вы доросли до вегетарианства? Ребенку необходимо мясо, чтобы дорос и он. Блять. Не, ну это заебись, блядь. Блять, это... Это заебись, бля, мне понравилось, мне понравилось. Получалось довольно кривовато. Вы доросли до вегетарианства? Ребенку необходимо мясо, чтобы дорос и он. Типа, пускай... Не, я не знаю, чего, а Сыендук-то приебался, заебись же. Или Сыендук после случая, когда его обоссали в Твиттере, он уже боится сказать что-то против вегетарианства и сказать, блядь, смешно или что? Не, ну реально же не получилось, не получилось хуёво. Типа, как Стёп, заебись, блядь. Разочаруются в мясе благодаря нашим фирменным рецептам? Что сделал мужик, когда застал у себя в сарае веселую вечеринку домашнего скота? Поколбасимся! Пустил всех на фарш, конечно же. Блядь! Поколбасимось! Колбаса со вкусом деревенской дискотеки. Блядь, вы только представьте, как это выглядело. Они такие, поколбасимся! А он такой... Доставая топор, надевая маску, и такая музыка. Та-т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 а. Поколбасимся, блядь. Покупайте. Бочка бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Похоже на плохую концовку книги «Скотный двор». Даже крысу пустили на колбасу. Кстати, это рисовали в Одессе. Та же студия, что и ролики про МЧСника Спасаева. Многое объясняет. Главное, чтобы с родителями все было в порядке. Поколбасимось! Чтобы детишек не пугала участь бедных животных, можно показывать в рекламе, что это всего лишь перерождение, и жизнь продолжается, но уже в форме сосисок. Или это мешки для трупов? Настало время большой сосиски! Стоп, стоп, я же сказал, жизнь продолжается! Куда в кипяток-то сразу нырять? Этот сосисон вообще делает харакири? Зачем? Блять, ебать! Блять, я хочу так же! Блять, ебаный хуй! Дайте мне кто-нибудь меч! Быстрее! Это выглядело... Блять, это выглядело пиздец. Просто пиздец. Только суицидальной резни, боже! Блять, ее реально нарезали! Большая сосиска!
Погоди, так... Большая... Так, погоди, блядь! Погодите, блядь! Погодите-ка! Это убийство, блядь! Блядь, просто... Мне не придется умирать, если сосисок для того, чтобы люди наелись, будет достаточно. Сосиска спасает от большого голода. Большая сосиска, то есть та одна выжившая, которая пустила трех других в расход. Блять, чат. Для, это, понимаете, это как бы отсылка для тех, кто уже посмотрел рекламу. Будет весело! Да, займемся делом! Займемся. Ктинь! Блять. Типа, отсылочка для тех, кто уже знает продолжение, блин. Да. А еще они на пачках изображали вот такое, ну типа, пойдем пожаримся. Полный расколбас 2. Что, блядь? Большая сосиска грил. Биг сос, блядь. Сила гриля. Рубленная курочка с перчинкой, блядь. Бля, мне кажется, с такой рекламой кто-нибудь просто начнет ебать сосиски. Ну вот ты купил пачку не для того, чтобы... блядь, покушать, а для того, чтобы связать их в кольцо и просовывать в это кольцо свой хуй, блядь. Ебать. Это супер странный чат. Такое, ну типа, пойдем пожаримся. Полный расколбас 2 выглядит офигенно, конечно. Они жрут детишек! Короче, за всей этой колбасней нужен глаз да глаз. Она то сама себя искалечить пытается, то ее кто-нибудь норовит похитить. Художественный фильм спиздили. Хорошо, что кто-то додумался к ним стражу приставить. Да! Вот да! Раскрути этого вонючего обмылка как следует! Белец! Вашего стола венец. А, вообще... это супер, блядь. А при чем тут люди, которые бегают по колбасному, блядь, столу и которых пиздят за это? Это что, Кремль, блядь? В противном случае я просто не понимаю, почему это происходит, блядь. Они же ничего не сделали плохого. Колбасный Кремль? Ебать, очень странно. Вообще, это, собственно, что за коротышки на стол залезли и почему им не разрешают пировать? Типа, дохрена элитная колбаса, не для нищебродов? Это кремлевская! Жрите бумагу, смерды! Царь во дворце! Блин, с какой стороны не подойди к рекламе мяса, получается какая-то депрессивная дичь, если начать вдумываться. Может, типа, вообще не демонстрировать в роликах абсолютно никаких намеков на продукты и его происхождение? Паштет мультфильм представляет «Бомбина и Новый год». Подарите своим детям кремелина Бомбина, и пусть они выиграют поездку в парижский Диснейленд. Я немножко запутался, блядь. О чем реклама? Паштет из детей или... Или паштет для детей из детей? Блядь, что? What? Так, ладно, да. Я ни хрена не понял. Младенец переворачивает календарь, а там 32 декабря. Не иначе, как апокалипсис наконец наступил. Малой запрягает бабку в сани и отправляется на поиски ритуальной елки, но весь лес вырубила какая-то скотина, которую карапуз и превращает в елку в качестве наказания. И, возможно, еще и делает из нее паштет. Да. А давайте лучше перейдем к пельменям. Пельмени. Как много в этом слове. Кончик языка совершает путь в два шажка вниз. Блять, у пельменей, конечно, заебись рекламу. Из по небу, чтобы в конце оттолкнуться от зубы. Пельмени. Уплетать за обе щеки это восхитительное блюдо традиционной русской кухни истинное удовольствие.
Блять, это правда охуеть пельмени, это просто гениально. Удовольствие. Да с бульончиком, да с хренком. Тут вообще песня. Но одно дело есть, а другое лепить. Для этого нужно мастерство и усидчивость, а такими качествами похвастаться может далеко не каждый. Поэтому специально для ленивых научно-технический прогресс породил пельменные фабрики. И зачастую лишь самим фабрикам известно, что они там заворачивают в тесто, но рекламироваться-то как-то надо. В ролике про русских маскотов я уже достаточно подробно рассказал про Сам Самыча, настоящую пельменную легенду, если не видел... Блять, да, кстати, помню его. Или ссылочка сейчас всплывет в углу видоса. Я здесь главный. Замутить рекламу круче и запоминающейся, чем у Сам Самыча, задачка практически недостижимая, но конкуренты пытались на полную. Пельмени полкило удовольствия. Теперь в магазинах Копейка. Блять. Да, это и есть весь рекламный ролик. Ты попался на кликбейт. Представляю, как какой-нибудь мужик в нулевых сидит перед телеком и пытается... И такой я, блять, эти пельмени бы, да, пожарил. Эти бы не стал варить, эти бы жарил. Фоткать этот кадр на телефон, чтобы получше разглядеть 2D рельеф этой мультяшной дамы. Вы откуда, молодцы? Новгородские! Давай, запивай! Нам представиться пора! От весного мы двора! А ты что плачешь? Чего она плачет? Да может потому что... Я скоро умру, блядь! Я живой, я буду говорить живой, блядь! Да ты ее сейчас сожрешь? Нет? Мы новгородские, не плачем. Мне лука добавили. Нет, нет, что вы, это не слезы, это всего лишь дождик, всего лишь лучок. Отвори себе пельмень! На душе все равно, блин. Ешь пельмени белобоким, на работе, на уроке, на часах, на солнцепёке. Ешь пельмени белобоки. Знаю, что вы думаете. Как можно на уроке есть пельмени? Не хавай. Не-не-не-не-не, нормально, блядь. А чё за есть пельмени на часах? Это типа в смысле как, блядь? В смысле, типа, сесть на часы и жрать пельмени, или я что-то неправильно услышал? Это меня больше волнует. На уроке-то изи, блядь. А на пляже под палящим солнцем? Фантастика. Я... Горячий член, бля, хотел сказать. Горячие пельмени на горячем солнце, да. Я думаю, тут все просто. Они заморожены. Это как фруктовый лед, только мясной. И в тесте. Надо будет как-нибудь попробовать. Давай мясо! Короче, если ты волк, то ты просто обязан окать и кряхтеть, как в новом «Ну, погоди». Не кушайте бабушку, мой милый волк. О, три поросенка. Я знаю в них толк. Пельмени три поросенка. Нет, три поросенка, за что? Красная... Блядь, ну это еще не самое хуевое, честно говоря. Шапочка убивает поросят только чтобы спасти бабушку. Родня важнее, конечно, и это понятно, но что она принесет в жертву в следующий раз? Между прочим, есть еще пельмени бабушкины. Это, походу, как раз продолжение, когда красной шапке спасать пришлось уже себя саму. Кушайте бабушку. Ну и напоследок еще немного хоррора. Вот и закончилась акция «Ценная бандероль» с пельменного хутора. Но «Ценная бандероль» остается с нами. Кто бы мог подумать, что Шарик, Матроскин и Печкин в 3D могут быть настолько пугающей фигней. В 2000-х героях... Ебать, блять, аниматроники. Герои Простоквашино рекламировали пельмени. Была даже некая акция, в которой можно было выиграть ценную бандероль. Но знаете что? Но «Ценная бандероль» остается с нами. Это что получается, они просто взяли и всех заскамили? Ролик вызывает очень много разных эмоций, и мне стало интересно, какие эмоции он вызывает у вас. Так что я попросил подписчиков в телеграм-канале записать голосовухи. Не хватает гуталина. Это, конечно, очень хорошо, то, что вы все так улыбаетесь, но где корова Мурка? Я спрашиваю, где корова Мурка? Вот все гоня на перезапуск Простоквашино. Не, ну он все равно говно. Зачем я его начал защищать? Вот я... Как хорошо, что я родилась намного позже этой хуйни. Ищем себя в прошмандовках Простоквашино. Такая кринжа, кринжа под конец. Немного кринжа, смешные выдержки смешных людей, смешного телеграма, смешного канала. А вот, но так-то видос, ебать, смешной, да, чат?
Блин, многие из этих реклам я видел. Представляете, в каком детстве я жил ужасно, блядь. Это сейчас вы плачете, потому что там, упаси Господь, блядь, там не так персонаж посмотрел, уже жалобы, чуть ли телеканалы не закрывают. В наше время, блядь, было все иначе, пиздец. Сосиски могли резать себя сами. Понимаете, там, блядь, и другой хуйней страдать. И все было нормально. Сорванная психика. Вот теперь я вынужден сдавать анализы и лечиться, понимаете? Поэтому, возможно, все идет из детства, но наверняка. Наверняка, ребята.